Квартира. Коммунальная квартира? Это просто. Коммунальная квартира – это просто, если словами короткими, это общежитие, я считаю. Это когда несколько семей загоняют в одну квартиру, и они там пытаются вместе существовать. По-другому. Ну, как-то пытаются, потому что тесно же везде. Не потерять свое лицо человеческое, наверное. Как долго вы живете в этой комнате? 6 лет уже. И до этого как вы жили? Комната была 13 метров неполных. Вот, жили втроем. Потом Сонечка появилась. Естественно, она уже больше метров. Вот. Нашли эту комнату. Естественно, ту продали. Купили эту. Побольше. Побольше. Въехали сюда, все, и начали жить обратно с чистого листа. Хорошо, что есть бабушки с дедушками, которым можно отправить.